Приветствую вас, я решил дать комментарии по не совсем, пускай, профильному для меня вопросу, но, тем не менее, мне подумалось, что могу я дать пару слов в качестве обратной связи. Во время интима проблемы с девочкой по просьбе сделать приятное, начинает эмоционально отнекиваться, говорит, что не любит делать, но иногда бывает получается уговорить. Сама не обращалась с такой же просьбой. Как можно попробовать наладить контакт? Или попробовать понять, почему такая реакция на данный вид ласк? Значит, в любом случае, первое, что нужно сделать, первое, что нужно выяснить, это то, считает ли девушка сама, считает ли она проблемой то, ну, о чем вы говорите. Если девушка не считает это проблемой, то вам остается только либо принять это, вот, либо, соответственно, не принимать, если вы не можете. Здесь вы находитесь, понятное дело, в своем праве, да, здесь вы находитесь, понятное дело, в своей юрисдикции, если вы не хотите принимать это, вот, ну, по какой-то причине вам, как вам кажется, это неприемлемым, да, вот, то, соответственно, вы имеете полное право это не принимать. Это первый момент. Второй момент. Вопрос, значит, интимной жизни, интимных отношений. В первую очередь вопрос доверия. Вот, именно доверие, именно доверие. Если между вами доверия нет, вот, то, естественно, девушка будет как-то вот сопротивляться, девушка будет отнекиваться и так далее. Она ведь не обязана распространяться относительно того, почему она не делает того или иного в сексе. Все делается исключительно по желанию и ну, бывает, вполне бывает интимная несовместимость, вот. Ну, как бы, бывает такое, и это, в принципе, вполне нормально, вот. Поэтому я бы рекомендовал вам развивать, в первую очередь, доверие, вот. И через доверие выяснять,
что для девушки приемлемо, а что нет. Вот. И если выяснится, что для нее неприемлемо вот какой-то вид интимной жизни, то с этим, наверное, ничего уже не поделаешь. Тут вопрос именно в том, любите вы ее или нет. То есть если между вами какая-то связь помимо интимных связей. Вот, если есть, то хорошо, если нет, ну, значит, очевидно, она вам не подходит. На этом все. Вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Если у вас возникают проблемы с построением доверия, также, если девочка считает это проблемой, она может обратиться на наш сайт и задать соответствующий вопрос. Всего вам самого доброго.